День неизвестного солдата – это особый повод вспомнить о героях, безымянные могилы которых по сей день находятся по всей стране. Саровчане собрались у вечного огня, чтобы почтить память бойцов, которые так и остались без вести пропавшими. Глубоко символично, что сегодняшний день памяти, как, впрочем, и всегда, мы отмечаем около монумента с вечным огнем, потому что вот здесь высечены на стеле имена тех наших горожан, 523, кто уходил из нашего города на войну, Великую Отечественную войну, и не вернулся. «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат», – говорил легендарный полководец Александр Суворов. 3 декабря принято вспоминать всех погибших и пропавших без вести во время локальных конфликтов и войн. После минуты молчания участники митинга возложили к мемориалу цветы. «Мы благодарны всем солдатам, которые воевали за нас, и мы должны знать их всех. Недостаточно того, что мы знаем только тех, кто нам известен. Должны почитать память всех». Мария Головина год назад вместе со своими одноклассниками организовала юнармейский отряд «Барс». В нем ребята изучают историю нашей страны, тренируют военные навыки и участвуют во всех военно-патриотических событиях города. «Никто не забыт и ничто не забыто, и мы должны помнить о том подвиге, который совершили наши предки, и никогда не забывать и делать только все ради благополучия и нашего светлого будущего». Вспомнить людей, которые отдали жизни на поле боя ради мира на земле, и возложить цветы к монументу – это то малое, что может и должно делать молодое поколение в знак благодарности погибшим, неизвестным, но незабытым героям. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.